think the girls with their nails done now. Всем всеобщий доп-доп-доп, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами обозревать заводы, творчество и фабрики подписчиков. Сегодня у нас еще один заводец. Значит, Александр нам его прислал. Александр написал, что 399 часов, хотя на самом деле там побольше показывает. Ну, 399, так 399. Значит, что написал нам Александр. Привет, Сава. Привет, Александр. Когда-то давным-давно мы с итальянцами-виталяшками решили построить заводик. Строим мы, значит, строим. Мелковато как-то получается. Поступило предложение снести и построить побольше. По результатам голосования я, то бишь автор за, итальянцы за, виталяхи сбежали. Так появилась свалка и ее отростки. Затем я познакомился с димашками. И появилась идея огромного завода без итальянцев на димоблоках. Однако сначала нужна энергия. Решено, строим ядерку. А потом переделываем еще и перестраиваем. А как же дроны? Ладно, будут тебе дроны, сказали мне мои же клоны. Кстати, об этих клонах. Эти проказники только и делают, что пьют чай, раздражая своим бездельем. Откуда они только берутся? И как заставить их работать? А если серьезно, строил все, считай, без модов. На четвертом апдейте один раз увеличил колонну микроменеджментом и смартом лил фундамент. Так, много налаживал, чтоб работало четко, и все равно все ломается. До большого завода на димоблоках руки так и не дошли. Пытался выжать с пятого апдейта что-нибудь интересное, не знаю, получилось ли. Значит, моды не применялись особо. Так, чужие схемы не применялись, строил в одно лицо. Итак, будет задание мне еще тут. Ну что ж, пойдем посмотрим. Ну, а для того, чтобы посмотреть, нам надо выйти. Значит, задание. Лети, Савёдок. Савёдок — это другой человек. Это легендарный в нашем сообществе персонаж. На ЖД-станцию Верхние Дубравы. И включи там все рубильники, отмечены красным маяком. Угу. Хорошо. Мы туда слетаем и включим рубильники, отмеченные красным маяком. Так, здесь у нас карусель. Карусель начинает рассказ. Это сказки, песни, что-то там и веселье. И... Ага. Ладно, значит, здесь есть какой-то пояснительный текст. Туда. Если полететь за поездом, можно пролететь на первую ядерку. Да каким поездом? А, вон там рельсы вижу. Свалка номер один строилась итальяшкой на третьем апдейте, а потом дополнялась. Думаю, снести или еще одну построить, без итальянцев. Вроде четко работает, не на что смотреть, разве что машинки ездят. Не на что, так не на что. Но мы тогда сделаем вот так вот. Чего не на что? Тут прям дебри, вот такие штуки надо вот так смотреть. Так вот, созерцаю во все стороны, что тут есть. Так, по-моему, я заблудился. Куда я летел? Блин, созерцание привело нас к проблемам. Я теперь не понимаю, где я нахожусь и куда мне надо. Так, заблудился. Надо срочно вылезти оттуда, а то у меня клаустрофобия начинается уже. Значит, мы начали оттуда и пришли вот сюда. Есть некая железная дорога. Некую железную дорогу и поезд. Значит, за поездом можно прийти к первой ядерке. Еще какая-то штука наверх уходит. Ну, пойдем, придем. Значит, если у нас есть тут железная дорога и по ней ездит поезд, то этот поезд должен привести нас к ядерке, которая, блин, там, что ли, находится? Или какой-то другой поезд? Ну ладно, пойдем сначала сюда сходим. Тот ли это поезд, неизвестно. Поэтому мы сейчас проследуем вот туда. Там еще какая-то табличка есть. О, грузовичок. Грузовичок из Рабашкова здесь ездит. Здесь можно даже вот так вот перемещаться. Почему у тебя левосторонний? В Лондоне живешь? Так, ладно. Первый завод прислан нам из Лондона. Свалка номер два. Не на что смотреть. Хотя можешь столб проверить. А что с ним?
Давай проверим, устойчиво ли стоит ли этот столб. 15-13. Хорошо, столб проверили. Что там дальше? Разве что машинки ездят. По железной дороге первая ядерка. Еще опять по железной дороге. По железной дороге. А, вот вверх уходит. Все, вижу. Не на что смотреть. Нет, почему? Турботопливо здесь упакованное есть. Зачем-то. Ну, видимо, для машинок, которые ездят. Ну, в принципе, это вполне себе стандартная переработка. Плюс здесь еще и Хребнеземский. Стандартная переработка нефти плюс Кремнеземский. А по вот этой железной дороге можно приехать на первую ядерку. Окей. Пойдем приедем. Стой, паровозик. Мы будем тебя настигать сейчас. Паровозик какой шустрый оказался. Я думал, на подъеме я его настигну, а не тут-то было. Не, ну, в принципе, я его настигаю, конечно. Но все равно. Да. Вонище. Еще вонище. Все, мы обогнали паровозика. Паровозик нам не конкурент. Хотя, блин, сейчас под горку, может быть, он нас и обгонит. Но мы можем срезать. О, это самая необычная ядерка, которая... Самое необычное место для ядерки. Первая ядерная электростанция. Зависит от всех ЖД-станций в этой цепи. Реакторы на максимум работают стабильно. Здесь длинный колбасный поезд, перевозящий всякое. Ладно. Пойдем посмотрим, что тут у нас за ядерка. Это утилизация, типа? Ну, видимо, да. Видимо, утилизация. Ух, тут ж прям. Виталий Ахи, да. Виталий Ахи принимали кипучее участие в создании вот этого всего. Здесь идут отсюда отходы. Это тут есть явно затык, судя по всему. Плутониевый стержень. Он делается просто очень медленно. Делается очень медленно и, по всей видимости, немножечко скорость его производства... Да, не совпадает с... Потому что здесь прям очереди. Мне кажется, тебе надо, наверное, еще таких пристроить. Потому что что-то у тебя тут... Утилизация бальца не справляется с поставленной задачей. Ладно, а как нам отсюда куда теперь выйти? Где подсказки? Значит, нам отсюда, чтобы покинуть это место, нужны какие-то подсказки. А здесь все, ну, плюс-минус заканчивается. Вон оттуда у нас идет уранчик. Ладно, давайте взлетим тогда повыше, посмотрим с высоты птичьи полеты. Чего там у нас как? У нас там еще какая-то станция, на которую надо прийти. Какие-то там нижние валуйки или как-то так. Ладно, с этим ясно. С этим ясно, не ясно только, куда нам теперь дальше. Давай посмотрим. Здесь мы находимся. Ладно, у нас есть древняя технология, которая позволяет нам быстро находить все, что угодно. Значит, с этой древней технологией мы вылетим сейчас вот сюда. Значит, это у нас есть. И теперь пойдем, сходим вот сюда вот дальше. Значит, обойдем по периметру. Тут ничего нет. Тут тоже ничего нет. О, вот тут есть. Интересно, ты специально пытался сделать смайлик с бровками и красными глазками? Ну, судя по всему, наверное, специально. Похоже немножко на злого Чебурашку. Да, судя по ушам. Говорится, судя по ушам, и этому зайцу лет 300. Как в том анекдоте. А это что такое? А это топливная электростанция. Да? Да, это топливная электростанция. Причем одни работают на топливе, а вторые на турботопливе. Внезапно. Ну ладно. Этому должно быть какое-то объяснение. Рациональное.
Что здесь происходит? А это не та, кстати говоря, штука, к которой мне надо было прийти. Мне надо на станцию этот самый, Вышний Волочок. Это не та станция? Это Черный Порох. Что ж ты вьешься над моей головой? Нет, она отмечена красным этим. Вон они, верхние дубравы. Это где-то там. Значит, это не то. Значит, не то. Значит, нам надо до верхних дубрав еще сейчас будет добраться. А внизу у нас чего? А внизу у нас нефтеобработка. Ну, здесь прям вообще все четенько построено уже. На пятерочке. С современными пятерочными технологиями. Все в стекле, бетоне, новых типах конструкций и так далее. Да, Чебурашка эпичный получился. А внизу что? Ну, внизу, в принципе, тоже получается нефтеобработка. Ладно, значит, с Чебурашкой разобрались. О, еще один небоскреб. Так, значит, один небоскреб у нас есть, это у нас второй небоскреб. Чтобы изучить, надо будет, наверное... Здесь даже два небоскреба. Значит, надо нам какой-то какой-то ракурс взять. Например, вот этот. Тогда у нас будет видно абсолютно все. И сделать нормальный режим перемещения, иначе мы будем слишком быстро перемещаться. Здесь Чебурашка не обнаружен. На то и здесь есть уже вторая ядерка, которая сделана вообще вот так. Она вообще работает? Ну, судя по отсутствию воды, наверное, еще пока нет. У нас там что-то было про ядерку? Наверное, где-то тут есть табличка. Мне так кажется. Мы, может быть, даже ее сейчас найдем. Раз там были другие таблички, значит, и здесь должна быть табличка. По такому принципу здесь все сделано. Это вода, по идее, да, заводится. Должна заводиться вода. Да, вот оттуда она заводится. Правда, немножко не по центру все это стоит. Ну да ладно. Здесь пошла вот такая вот разлиновка. Но это пока еще не подключено. Значит, это блок номер один. А блоки номер два чего? Блоки номер два утилизация или тоже ядерка? Блоки номер два тоже ядерка. А здесь еще батарейный блок дополнительно приделан. Понятно. Батарейный блок, кстати говоря, заряжается. В общем, маленькое здание с батарейным блоком. И вот такое вот большое здание, в которых располагаются ядерки. Но оно немножечко асимметричное. То есть здесь вот такое расположение, а здесь какое-то немножко другое. Хотя, когда я сюда подъезжал, подлетал, вернее, мне казалось, что оно совершенно одинаковое, но нет. Как выяснилось, не одинаковое. Ладно, а вот там есть, кстати говоря, сверху табличка. Может быть, это как раз та, которая мне нужна? Нет, это не та табличка, которая мне нужна. Здесь, в общем, подписи у нас нет. Это пока еще не подключено. Это тоже у нас пока еще не подключено. О, еще вот такой кадр себе хочу. А это что такое? Это, наверное, необходимые элементы для создания этой самой ядерки и топлива для нее. Но здесь тоже пока что ничего не работает. Поэтому, ну, вот так вот посмотрим. Вот здесь вот уже табличка есть. Сейчас мы пойдем посмотрим, что там написано. Так, в этот момент забежали Димончики с Димоблоками. Однако, я их переработал и сделал последовательное подключение. Последовательное подключение? Последовательное подключение чего? Что такое вообще последовательное подключение в данном случае? Так, это что вообще? Тут что-то какое-то безумие из... А, вон оно что. Но оно у тебя тоже не последовательное. У тебя же обычный конвейерный разветвитель. Тебе тогда надо ставить умный и делать переизбыток, чтобы шел дальше. Иначе у тебя тоже будет непоследовательно. У тебя все равно половина пойдет дальше. И от того, что ты сделал здесь вот по три, по две штуки, мало что на самом деле поменяется. Да и, в принципе, зачем это делать, непонятно. Ну, сделал и сделал, ладно. Вообще, сколько копий сломано по поводу подключений, хотя разницы вообще никакой. Что они так подключаются, что по-другому. Но почему-то эта тема активно всех продолжает волновать.
Ладно, эта штука у нас не доделана. Поэтому мы просто полетаем вокруг, посмотрим, как она, по идее, должна быть. А, тут... А, вот, кстати, подожди, верхний Дубрава — это вот это. А, мы сейчас запустим ее, что ли? Так, население 2 человека и попугай. А безопасное производство. Значит, мне же в верхних Дубравах надо было, да, сходить? В верхних Дубравах и тыкнуть... Да они? И тыкнуть какие-то там рубильники. А, вот они. Так, ну-ка, ну-ка. Потребление базой, поступление на вокзал. Здесь вообще все четко. Так, построил плоское поле в 40 ядерок на 4-м апдейте. А на 5-м апдейте это показалось скучно. И получилось вот это. Я слышу там какие-то непонятные звуки. Угу. Сейчас должно что-то пойти. Хтыдыщ. Урановое производство. Основное производство. Местные шахты. Водяные помпы. И ДОБЖД производство. О, прям пошло все вверх. Понеслась, как говорится, моча по трубам. Значит, это мы все запустили. Теперь должно все запуститься, да? Правильно я понимаю? Я правильно понимаю смысл? То есть теперь это все должно было ожить. Да, вон куда-то кусочки... Кусочки цемента куда-то поехали. Кусочки бетона, в смысле. Ну-ка, ну-ка. Больше, правда, ничего не поехало. А, не, вон еще руда поехала. Ща тут пойдет чума. Правда, за чумой будет очень сложно наблюдать. Это тоже заработало. Хорошо, значит, должно и там заработать. В общем, мы запустили ядерку только что. Ну-ка, ну-ка. Ну, вот эти конвейеры должны тогда, по идее, сейчас все заполниться ресурсами для того, чтобы все там дальше заработало. Что-то они пока не заполняются. Да, бетон немножко пошел. Бетон пошел прям первым. А, вот проволока поперла. Значит, еще какие-то ресурсы от какой-то шахты куда-то дошли. Угу. Там немножечко стали куда-то уже поехало. Немножечко стали, немножечко труб. Да, это, по всей видимости, уголь. Ну да, сейчас должно начаться заполнение системы. И пока система нормально не заполнится, ресурсы у нас не попрут. Тем более, что часть из этого является производной от других ресурсов, которые до этого сначала должны появиться. Да, вот здесь вот еще пока вообще ничего нет. Это что такое? Это у нас создание дюралюминиевого листа. Угу. То есть сюда должны прийти алюминиевые слитки. Алюминиевых слиточков пока что тут нет вообще. Интересно, я первый раз его запускаю, или оно когда-то запускалось уже до меня? А, ну вот проволока здесь уже пошла. Нормально, уже 2 ленты проволоки. Уже немножечко балки у нас укрепленные поперло. Так, немножечко балки и немножечко чего-то еще. Одно у нас уходит в самый-самый-самый низ, где распределяется по всякому. Здесь, кстати говоря, он уже отход пошли. А если пошли отходы, значит уже где-то вот здесь вот сверху должны производиться у нас... А, блин, где я нахожусь-то вообще? Блин, когда много стекла и этажей, очень сложно перемещаться между всем этим. Дымка. Заработал, похоже, слушай. Да, он водится есть. Прям работаешь ты? Да, вполне себе. Вполне себе у нас урановый стержень сгорает. Хорош, мы сделали доброе дело. Мы только что запустили ядерку. Хе-хей. Надо еще какой-нибудь вот такой кадр себе запечатлеть на запуск ядерки. Хорошо, с этим все понятно.
мы выполнили квест, который должны были выполнить. Теперь пойдем посмотрим, какие еще здания, строения и сооружения были мной пропущены. А, судя по всему, наверное, никакие. Скорее всего, вот эта ядерка, эти два небоскреба, это последняя часть. Да, потому что здесь, в принципе, ничего такого интересного нету. В розовом лесу у нас тоже особо ничего интересного. А, и вот это вот строение еще. Но это, по всей видимости, просто... Да, это просто батарейный блок. Здесь, короче говоря, у нас скрываются дополнительные батарейки для всей вот этой системы. Так, и остается тогда еще северная часть карты, где... Так, ну тут у нас ничего такого выдающегося интересного нет. Ну да, наверное, самое интересное это вот эта вот часть. И та часть, которая была на восточной нефтянке, которую мы с вами как раз и посмотрели. Ну что ж, прикольно. Ядерка довольно необычная, действительно. Из плоской платформы перейти в такой вариант было наверняка очень-очень небыстро. Ну и смотрится прикольно. В принципе, вся эта конструкция. Я уже забоялся, что я тут увижу очень сильно знакомую мне ядерку, но нет. Ядерка получилась очень сильно мне незнакомая, за что тебе большой респект. Ну что ж, наверное, тогда все. Да, я думаю, что все, но суть по описанию вроде как тоже. Задать вопрос автору можно в комментариях, получить от него какие-то ответы. Я надеюсь, что можно будет тоже в комментариях. Если хотите прислать свою фабрику на обзор, заполняйте форму. Ссылка на форму будет в описании к данному видео. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.